Подпишись на канал, нажми на колокольчик, оставь комментарий, поставь лайк или дизлайк, и я тебе буду очень благодарен. Обнял! Здорово. Здорово. Новые люди. Да, работаю у вас тут сегодня первый день. Че, как у вас тут? Да ничего, нормально все. Че, трактор новый. Угу. Все стабильно, зарплата вроде. Как с соляркой у вас тут? В смысле, что с соляркой? Ну как, привозят, че как? Вон, где заправляют? Вон емкость стоит, 9-8 тонн привозят, кончается, опять заказываем. Ага. А че, где работал-то раньше? Да работал, не слез, да. Покшинга, сплав, да хера где работал? А че... Не слез, вроде нормальная организация, ребята у меня там работают третий год, все говорят, стабильно вроде. Да, с начальством там не сошлись. А что, как это, учет тут кто ведет или что, как вы заправляетесь вообще? Да вон насос висит, подъезжаешь, заправляешься, все нормально вроде. Ага, ага. А это самое, а есть канистра пустая? Ну вон десятка стоит. Не, мало, мало десятки. А что ты хотел? Да мне надо с бака солярку бы слить, бак промыть. Вон бочки две, видишь, 200-литровые, ага. Пустые, может ага. Туда. Ага. Все понятно. А что, дорога здесь тоже, да, есть, как бы подъехать можно на машине? Ну да, мы на своей ездим. Нормально. О, вообще, отлично, отлично. Угу. Лесок, правда, плоховат. Угу. Вот в прошлой деляне стояли. Да пошел ты нахуй со своим лесом, лишь бы солярку возили. Так, значит, планерка началась, друзья мои. Все, тишина, значит, начальник здесь. Наталья Васильевна, значит, а что у нас оформление, значит? Что-то вы мне отправляете такое на подпись? Оформляйте всех по-черному, нахрен мне ваши налоги. Так, ты где заготовка, слышь ты? Заготовка, данные по заготовке мне где? Что ты мне копейки какие-то отправляешь? Ты мне данные по заготовке нормальные, да, я платить никому больше не собираюсь, если такие копейки мне будут приходить. С дорогой как у тебя? У тебя как с дорогой? Скажи мне. Что у тебя за... Лесовозы пускай. Что нет дороги? Лесовозы пускать, я тебе сказал. Все понятно. Так, ты туда, ты на работу, ты сюда, ты вот туда. Еще, значит, что я вам хотел... Придурок ты ебаный, ты достал меня уже, ты каждое утро тут сидишь и сам с собой разговариваешь. Ты кем взят вообще у меня? Мастер. Каким мастером? Ты помощник сторожа какого-то там, хрен пойми, что ты вообще тут делаешь? Пойди хоть в лес, мужикам воды отвези. Ты заебал меня уже. Иди, иди, все. Мусор там захвати. О, надавал. Давай. Полюбуйся, мастер, вот он, герой наш сегодняшний, герой, герой. Ну-ка скажи, сука, сколько ты сегодня напилил? Сколько ты сегодня напилил, скажи? 290. Сколько громче? Опозорь нас, давай, скажи, громче скажи. 290. 290 он напилил, мастер, представь себя, норма у тебя сколько, сука? Норма сколько? 300. 300 у тебя норма, 300. Так ты, сука, считать не умеешь, ты в цепном углу давно не был, может быть, а? Че в угол-то опять? Ты в цепной угол опять хочешь? Подожди, а что за цепной угол? Цепной угол. Я ему там в угол цепей набросал, всяких запчастей от цепей, всяких, кстати, ремонтных, все эти шляпы набросал, чтобы он, сука, там голыми коленями в нем сидел и чтоб молитву читал лесному богу. А может, ты простишины давно не получал? А простишины? Чего опять простишины-то? Простишины. Третий раз за неделю. Давай в угол лучше. Подожди, а что за простишины? Простишины, это когда я ему, короче, лещей, прям вот шиной, прям вот по щекам ему хлещу, он мне орет простишина. Давай в цепной угол бегом! В цепной угол бежим. Пошел. Бог лесной, дай нам сосны потолще да подлиннее, елки по кубатуристей да трактора не ломающегося, да грунта потверже, да болот не надо нам. Прости меня, дурак. Где